Певица Пелагея и наставница шестого сезона проекта «Голос» стала героиней нового выпуска программы «Честное слово» с Юрием Николаевым. Вокалистка, которая не любит говорить о личной жизни, на этот раз нарушила свои правила и поделилась самыми сокровенными мыслями. Пелагея призналась, что ее не обошла тема женского одиночества. Подойдя к определенному возрасту, она очень переживала из-за того, что рядом с ней нет любимого мужчины, с которым она могла бы создать семью. В сеть попало редкое семейное фото Пелагеи, но вокалистка сумела изменить свою жизнь. В феврале прошлого года она познакомилась с хоккеистом Иваном Телегином, который стал ее мужем. В январе этого года у пары родилась дочка Таисия. Пелагея говорит, что сегодня чувствует себя намного увереннее и сильнее. Семья для нее источник вдохновения, проснулось желание защитить свое. «Я стала такой волчицей», призналась Пелагея. Несмотря на свой взрывной характер, в отношениях певица всегда идет на компромисс, готова многое простить любимого человека. По ее словам, Иван Телегин тот мужчина, который идеально подходит именно ей. По признанию певицы, они с будущим мужем в первые же дни знакомства поняли, что их взгляды на семью очень похожи. Наши принципы ведения того, каким должен быть настоящий дом, не в смысле квартиры, а в смысле понимания, как мы хотим жить, сошлись. Надеюсь, у нас обоих хватит сил и мотивации, чтобы всегда помнить, как мы друг другу дороги. И мне есть у кого учиться. Между прочим, заключила Пелагея, явно намекая на своего визави Юрия Николаева, который уже много лет счастлив в браке с супругой Элеонорой Гравис.